целях усиления мероприятий, связанных с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции, МВД по Республике Мордовия совместно с представителями регионального управления Роспотребнадзора напомнили жителям региона о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции. Сотрудники ведомств на патрульном автомобиле проехали по улицам Саранска и посредством громкоговорящей связи оповестили граждан о введении ограничений. Все эти меры направлены на минимизацию личного общения, на защиту граждан в период осложнения эпидемиологической обстановки. МВД по Республике Мордовия призывает оставаться дома и не покидать жилище без крайней необходимости. Уважаемые жители Мордовии, в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции для вашей безопасности рекомендую вам оставаться дома. Исключите нахождение на улице и в общественных местах без уважительной причины.